Что такое любовь? Любовь – это когда друг друга все любят, обнимают и ласкливаются. Но объяснить я не могу. Нужно почувствовать. Любовь – это когда ты в кого-то влюбляешься. Ты кого-то встретил, и ты с ним начал болтать, и вы вместе дружите. А можете потом пожениться, если получится. Когда цветы дарят и целуются. Когда тебе отправляют записки и понимают, как тебя любят. Любовь – это когда тебя кто-то обнимает или приятные слова говорит. Вот это называется любовь. Или когда тебе что-то дарят. Кто такой Святой Валентин? Он подталкивал людей, чтобы они вернулись к своей паре. Это праздник, который все влюбляются друг в друга. Валентин – это такой человек, который венчает всех влюбленных. Римский император. К нему мало ходили кто на службу, то он подумал, что это жены их не пускают, это прийти венчаться. А он их тайно венчал. День Валентина – это такой священник. Он тайно женил людей, кому нравятся люди. Что принято дарить на День Святого Валентина? Валентинки маленькие, чтобы их положить в карман. Ну, если мальчик этот ученый, можно ему подарить новую тетрадку. Но мне все равно. Может, и новый микроскоп. Сначала дарят открытки или валентинки. Валентинки – это маленькие сердечки. Любовь дали. Сердечко из любови. Цветы там всякие. И брелочки. И вообще можно обнять своего друга или сестру, или брата, или вообще маму. Кого ты любишь? Я люблю мою сестру Настю. Она очень красивая. Я люблю маму, папу и свою сестру Лизу вот так. Я люблю Кузю. Это мой котик. Я люблю маму, Даню, папу, это Пашу, Дашу. Соню Бахреву. Вот так вот.